Каждый конкурс, а его история давно переступила десятилетний рубеж, дает возможность творческой молодежи раскрыть свой потенциал. Заданная тема многогранна, проявлять себя стремятся школьники от самых маленьких до старшеклассников. Все работы детей, представленные конкурсы, в полной мере отразили нелегкий труд спасателей. Задумки, так же как и их воплощение, впечатлили судейский состав. Глава МЧС области Константин Шершунович, обращаясь к финалистам, констатировал: уровень мероприятия значительно вырос, и все потому, что интерес к участию огромен. Заслуженный спасатель Беларуси отметил: детские шедевры уникальны и креативны. Будь то рассказ, поделка, рисунок, плакат или модель пожарной, аварийно-спасательной техники. Индивидуальный подход к делу только приветствовался. Очень большая направленность. И работают молодые скульпторы, и художники, и поэты, и писатели, и конструкторы. То есть настолько широк спектр всех работ, только удивляешься. И, конечно же, этому очень рад, потому что, как бы там ни было, это наши дети. Вот они входят в систему обеспечения безопасности. Значит, они уже думают об этом. А коль молодые люди об этом задумываются и творят интересные вещи, значит, впереди хорошее будущее. В конкурсе «Спасатели глазами детей» приняли участие ребята из каждого района области. Судьям предстояло отобрать лучшие работы среди порядка 5000 представленных. Конкурсанты получили дипломы и подарки за победы в своих номинациях от главы МЧС области. Однако на этом конкурс для творческих ребят не закончен. Далее работы будут представлены на республиканском завершающем этапе. Цель мероприятия – привлечение внимания к теме пожарной безопасности оправдана и осуществлена. Нужность профессии спасателя доказана. Это очень важная работа в наше время. Когда происходит пожар, надо, чтобы это наш ангел хранить. Вот. В качестве сюрприза для ребят работники пожарного аварийно-спасательного отряда Брестского областного УМЧС устроили показательные выступления. Ликвидировали пожар в автомобиле и спасли пострадавшего. Помимо этого продемонстрировали технику спасателей.